в ту жуткую, тяжелую атмосферу, кадры города, кадры жителей блокадного Ленинграда. Вот это дорого стоит, потому что вот я смотрел, есть несколько фильмов про блокаду, в том числе известных 70-х годов. Очень редко, мне кажется, удается кинематографистам именно вот передать все этот момент. Все равно не передашь его в том виде, в каком он был тогда. Я с детства знаю все эти истории, потому что, повторюсь, у меня бабушка блокадница. Все 900 дней прожила. Как они ходили в ледяную воду, мыли свою одежду до обморожения. Как они варили супы из кожаных ремней. Потом эти же ремни обсасывали, как-то случаи каннибализма в том числе. Где жила бабушка? Конкретно в каком районе? На Петроградской. У меня тоже бабушка на Петроградской. Поэтому это да, это дорого стоит.